Меркель Петю пригласила, не может он ей отказать. Видать, старушка хочет лично, нахуй Петеньку послать. Мать на заработках в Польше, сын на фронте и отец. Голосуй за Порошенко, продолжай этот пиздец. В тюрьмах места не хватает, пришлось Надюху отпустить, чтоб потом на это место Порошенко посадить. Тимошенко заявила, что Зеленский победит. Походу, это первый случай, когда Юли не пиздит. На битбордах слово «думай» развесили повсюду. Порошенко, хули думать, уёбывай отсюда. Полиция и массовка. На вертолете прилетел. И это все за наши бабки. Петя, ты не охуел? Народ кричит всю власть на нары, чтоб имели их в очко. Депутаты не согласны. Не против лишь Олег Лешко. Петю куча мусоров по стране катает. Не хотят ловить воров. Воры охраняют. То людей за нос щипает, то с чувихи шапку сгреб. Вывод. Во главе державы старый пьяный долбоеб. Много смелости не надо, чтоб с девчонки шапку снять. Но когда пришел нацкорпус, убежал трусы стирать. В тур прощальный едет Петя, сцена, люди, шарики. Видно, чувствует он жопой, что ему пиздарики. Даром не прошли 5 лет порока начальника. Не вмещается в битборд полностью ебальником. Я не старая бабуля, я не дятел, не олень. Лучше в урну хуй засуну, чем за Юлю бюллетень. Говорит Марина Петя, не дрочи, а как же я? Отвечал гарант Марине. То на я, рука Кремля. Жил Петюня Порошенко в шоколаде все 5 лет. А сейчас к нему приходит пора сосательных конфет. Порошенко у руля, осталось хуй да нихуя. Поставь же галочку свою и устрой пизду рулю. На стадионе Порошенко песни пел, это пиздец. Зато страна теперь узнала, что он еще и не певец. Бигборды Пети с Путиным висят везде сейчас. Отличная компания, хуйло и пидорас.
изготовлен был в рашене весив шоколада. Хуй размером с Порошенко. Так ему и надо. Петя в баночку пописил. Петя хочет победить. Потерпите, скоро Петя будет под себя ходить. Петя снова заявляет, что услышал он всех нас. Помним, обещал почуты, и наш бывший пидорас. Порошенко сдал анализ, это запросто ему. Каждый день с таким успехом, он 5 лет срал на страну. Петя принял вызов Вовы и пойдет на стадион. Там услышит, как все будут в унисон кричать «Гандон!». На дебаты с Порошенко Вове нужно приходить, чтобы хоть на час Петюня перестал бюджет пилить. Цыки бюллетни считают, побеждает Вова. Юли с Петей уже ищут билеты до Ростова. Я на выборы пришел, сунул, высунул, ушел. Если сделал так и ты, в комментарии напиши. По 100 душ живут в квартирах, воскресают мертвецы. Нам на выборах Петюня опять готовит пиздец и... Порошенко рассказал, что план П имел всегда. Но походу его план это П. И. З. Д. А. Бакар всех просит в этот раз, голосуй не по приколу. Чтоб снова, как 5 лет назад, не выбрать пиздобола. Недавно Юля на заправку хот-дог себе купить зашла. И сразу вспомнил ее рот, как в политику прошла. Плач, истерика и крики, что творится у блядей. Им бюджет пилить осталось всего-навсего 7 дней. Юля в озере купалась, но стару ты там нашла. Целый день она игралась, даже в Раду не пошла. Каждый день с новым визитом Петя в новый город прет. Он ведь если не спиздит нам, так и дня не проживет. Тимошенко теперь вместе с Сепаром Тарутой. Юля, это ж надо быть настолько ебанутой. Едет Петя на машине, вдруг Марина говорит: глянь в окно, даже реклама у тебя, блядь, не стоит. По телефону президенту Вован в эфире отвечал. Бросил трубку Зе. И Петя анализы случайно сдал. Петро свои анализы отправил в США.
Такого экспорта от нас никто не ожидал. Лешков в Фейсбуке телефоны слил все, ну и ладно. У него ж в очке давно уже, входящие бесплатно. Два дебила, пой ох, поддержали типа З. Как и в случае с ОЕ, все проплачено ПП. Свиньи по небу летают, всюду крики, пидорас. Это значит, что сегодня порох в городе у вас. Что случилось, что за запах? Говнище хлещет прям рекой. Что, трубу прорвало где-то? А нет, это канал прямой. Быдло поясни, повесту читать книжки. Говорил Луценко в Риме, быдло, книги почитай. Давай, Юрец, как Монте-Кристо в тюрьму быстрее съебывай. Всем кричал вчера Луценко, нужно, чтоб Гладковский сел. А на утро он проснулся, протрезвел и охуел. Отменили вдруг закон об обогащении. Охуенно жить в стране, нашей Порошении. С 8 марта поздравляем ваших жен мы от себя. Нату Ирочку, Марину и Олежки Ёбаря. Порошенко в Запорожье шапку вдруг у бабы снял. Как же долго Алексеич Федорович тебе дремал? По телефону президенту Вован в эфире отвечал. Бросил трубку Зе. И Петя анализы случайно сдал. Свинарчукам я не причастен, с экрана Петя говорит. Наш гарант совсем как в фильме. Как не спиздит, так спиздит. Руслана подожжет себя, но тут наверняка. Искра и возгорание начнется с пердака. Один Петюня на дебаты идет с поднятой головою. Марина тут не удивилась, он часто дрочит сам с собою. За день в Берлине и Париже у Пети вышло побывать. Наверное, ищет президент наш, куда потом уебывать.